Добрый день! Мы начинаем торжественную церемонию закрытия 9-го международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. На сцену приглашаются директор конкурса Наталья Игнатенко и исполнительный директор Ирина Чернова. Слово директору конкурса, генеральному директору фонда Елены Образцовой Наталье Игнатенко. Добрый вечер, дорогие друзья. Сразу скажу, что ведущая вечера – заслуженная артистка России Мария Константиновна Романова. Мария Константиновна уже наш талисман. Все 9 конкурсов, она всегда с нами. Итак, подходит к концу 9-й международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой. И позади остались все три волнения, все неудачи, удачи. Как получилось, так получилось. Елена Васильевна относилась к этому конкурсу, понимая, что конкурс – это все-таки состязание, это соревнование. Но она говорила, что это, в общем-то, форум молодых голосов, фестиваль, возможность продемонстрировать свой талант, поделиться с публикой своим талантом, своими способностями, тем, чему научили педагоги и концертмейстеры.
Любой конкурс – это и возможность услышать советы от профессионалов, от профессионального жюри. И услышать других ребят, поделиться опытом, понять, как правильно петь. Елена Васильевна говорила, что учиться можно и нужно музыке всю жизнь. Важно для нас, принципиально важно, сохранять творческое наследие Елены Васильевны Образцовой. А вот она как раз этот конкурс рассматривала прежде всего как праздник музыки. И мы постарались, чтобы эта певческая неделя здесь, в Санкт-Петербурге, в зале академической капеллы, и была праздником. Я уже говорила на открытии конкурса, что из разных регионов России и, слава Богу, и из других стран приехали почти 170 певцов. Были представлены все регионы Российской Федерации. И это, безусловно, большое завоевание конкурса. Конкурс обрастает друзьями. Уже мы знаем многих, благодаря конкурсу, многих вокальных педагогов, школьных вокальных педагогов, которые из конкурса в конкурс готовят нам молодых певцов, привозят. И эти певцы неизменно демонстрируют очень высокий уровень. Вы знаете, не только члены жюри пришли к мнению, но мы следим за пабликами в социальных сетях, и все отмечают высокий уровень подготовки к конкурсу Елены Образцовой. И это особая радость и гордость. Кроме того, я вот бесконечно горжусь, что два дня назад состоялся это еженедельный брифинг Министерства иностранных дел. Вы знаете такую Марию Владимировну Захарову. И она в своем выступлении, наряду, естественно, с очень сложной международной ситуацией, с вопросами по Украине, по отношениям с другими странами, как позитивную повестку дня отметила, что в Петербурге в эти дни проходит международный конкурс. Конкурс, в котором есть представители разных стран и в жюри, и среди участников. И я вас поздравляю с этим событием. Надеюсь, что все 9 конкурсов проходят при поддержке президента Российской Федерации. Я понимаю занятость и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. И они неизменно каждому конкурсу присылают нам свои приветствия. Это тоже характеризует отношение вообще к делу, к воспитанию подрастающего поколения, к становлению нового поколения, новой генерации певцов, вокалистов. Как известно, у конкурса два жюри. Одно профессиональное, и второе – это вы, зрители. Я хочу поблагодарить петербургскую публику и гостей города за то, что все каждый день прослушивания практически проходили в заполненном зале. И вы своими аплодисментами или просмотрами в социальных сетях десятки тысяч было просмотров за эти несколько дней конкурса. Я хочу поблагодарить каждого из вас за это отношение к нашему конкурсу. Но в этом году еще у нас появилось новшество. И это новшество придумала еще Елена Васильевна Образцова. Вот Ирина Алексеевна здесь на сцене. Просто мы как-то все морально к нему готовились. Она говорила, что надо было уже привлекать в качестве членов жюри молодежь, наших лауреатов первых конкурсов. И в этом году у нас появилось еще и третье жюри. И когда будет награждение, начнется через несколько минут церемония награждения, то вы услышите имена тех, кого отобрало международное жюри. И членами вот этого международного молодежного жюри стали наши лауреаты. Это Николай Землянских, он в этом году закончил уже молодежную
голоса контратенор. Он многие годы уже живет и работает в Европе. Я бывала на его выступлениях на Зальцбургском фестивале. Это уникальный человек. Вы знаете, все трое наших лауреатов первых конкурсов так серьезно отнеслись к этой работе в жюри. Это заслуживает особого внимания, уважения и моей глубочайшей благодарности молодым ребятам. Спасибо вам за эти аплодисменты. Ну и хочу сказать слова особой признательности, конечно, членам жюри. Вы знаете, такая трудная задача с 11 утра ежедневно до позднего вечера слушать. Это и радостно, и тяжело. Детки выступают, особенно первая группа, умилительные, такие нежные. Как сказать, кто лучше, кто хуже? Это очень тяжело, и на их плечи выпала, конечно, особая миссия. Я хочу просто сейчас назвать тех, кто работал в профессиональном жюри. Кристиан Кнап, Соединенные Штаты Америки. Народная артистка России Ольга Кондина, Россия. Народная артистка России Лариса Курдюмова, Россия. Оперная певица и педагог Наталья Суханова, Россия. Музыка.
не проходит. Вот я очень многих конкурсов была, поэтому особая признательность и низкий поклон Ольге Сергеевне Хомовой и Государственной капелле Санкт-Петербурга. В этот раз нас очень активно поддержал и оказал финансовую поддержку Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и генеральный директор дирекции «Росатом» Сосновый Бор Владимир Перегуда. Благодарим фармацевтическую компанию «Герафарм» и генерального директора Петра Родионова. Среди вас в гостях у нас и президент Ассоциации общественных объединений Александр Николаевич Зимин, наш спонсор, друг и большой друг Елена Васильевна Ростова, а также карамельный дизайнер «Караваев», «Планета музыки». Сегодня, когда вы будете получать призы, вы знаете, что все наши друзья и партнеры постарались и приготовили для вас множество подарков и призов. Но я в первую очередь хочу поблагодарить педагогов, потому что я понимаю, как сложно привести большое количество ребят. И это и Коломна, Московская область, Елена Ильина, и это Ильичева Наталья, которая буквально со второго, третьего конкурса к нам часто приезжает. Лариса Борисовна Рудакова привезла всю школу вокального классического искусства из Москвы. И Наталья Гаврилова, Серпухов, центр «Золотая птица». Это Дургалиева Гульнара, которая у нас работает и участвует, вот просто, можно сказать, уже наш коллега с 2006 года. Вы знаете, не обижайтесь, если я вас сейчас не назову, но я вам выражаю большую благодарность. И, конечно, вот преподавателям, которые привезли большое количество ребят, мы постараемся вам передать наши буклеты, потому что, ну, вы сами понимаете, их не так было много, они готовились для участников, но мы постарались. Я хочу сказать, что с этого года новшество не только у молодежного жюри, но и мы, вот очень интересный проект, мы проэкспериментировали, он оказался очень удачным. Вы не судите нас строго. Дело в том, что это абсолютно вот желание ребят, которые поработали неделю с 11 до 18.00, летняя творческая лаборатория работала активно. И прежде чем у нас начнутся награждения ответственные, хотелось бы приветствовать музыкальным приветствием от выпускников летней творческой лаборатории, которые поздравляют абсолютно всех. Среди них, конечно, есть и участники, возможно, я уже сейчас не могу точно сказать, наверное, среди них есть и дипломанты, лауреаты. Но сейчас это просто выпускники творческой лаборатории. И это абсолютный экспромт, художественный такой номер, который они преподносят для вас. Партия фортепиано Мария Чернова, выпускники летней творческой лаборатории. Опять не зацветет.
Спасибо. Спасибо за такое прекрасное поздравление. Ну, а сейчас мы переходим к самой приятной части любого праздника – раздаче подарков и награждению победителей. И первой на сцену приглашается главный хранитель Мариинского дворца Марина Шапошникова для вручения специального приза и благодарности от председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Николаевича Бельского. Уважаемые члены жюри, дорогие зрители, уважаемые участники конкурса, для меня большая честь объявить решение Законодательного собрания Санкт-Петербурга и объявить обладателя специального приза председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Николаевича Бельского. Победителем и обладателем становится Хеннер Мендоза Леонардо за яркое выступление, преданное служение музыке и прекрасное начало творческого пути. Но я уверена, что для любого артиста, даже юного, главное – это выступление, главное – это зритель. Поэтому главное – это не этот приз, а возможность выступить в декабре 2022 года в одном из самых блистательных залов российской государственности, знаменитой ротонде Мариинского дворца. Поэтому мы ждем обладателя специального приза в Мариинском дворце. А эти цветы – это знак особой любви, признательности, благодарности, верности нашей многолетней дружбе от председателя Законодательного собрания, исполнительному директору конкурса Ирине Черновой. Переходим к вручению дипломов конкурса в номинации «Очное участие». Всем дипломантам вручаются памятные подарки от издательства «Планета музыки», Академии русского балета имени Вагановой, от «Карамелье» Олега Караваева, фонда Елены Образцовой, культурного центра Елены Образцовой. И дипломом награждает, сейчас объявит нам Ирина Чернова. В первой младшей возрастной группе я приглашаю на сцену Аверьянова Артема, Архипову Валерию, Васина Артема, Гомзин Сергей, Давыдов Филипп, Ершова Василиса, Кондратьева Ангела, Косогов Иван, Лисицына Антонина, Нацаканян Сонна, Макеичева Ксения, Панченко Богдан, Персианова Дарина, Петренко Лука, Познухов Тимур,
да, Петренко? Русакова Варвара. Семиохина Екатерина. Серенков Семен. Колезина Александра. Шевцов Никита. Считала, что первая группа — это «Надежда России». Не пугайтесь, что очень много у нас надежд. Мы надеемся, что эти ребята вырастут, и уже вторая, третья группа — это будет уже достаточно активно, ярко и выразительно. Мы вас всех поздравляем. Вам успехов, ребята. Поздравляем и ждем, когда они подрастут и приедут в следующую группу, чтобы стать уже лауреатами. А сейчас от первой возрастной группы музыкальный номер. Сакания Софья, Москва. Беллини, ария Джульетты из оперы Капулетти и Монтекки. Thank you.
Иванова. Сонечка, я хочу сказать, что вот так сложилось, что я должна тебе передать большое приветствие от Санкт-Петербургского дома музыки, лично от Сергея Павловича Ралдугина. Ты выиграла премию «Интонацию». Елена Юрьевна Миртова сегодня нам огласила результаты прослушивания взрослой группы старшей. И Сергей Павлович принял такое решение. Ты будешь приглашена на проект «Река талантов». Это музыкальная сборная. И во время концертов Сергей Павлович лично хотел бы вручить тебе свой диплом. А просил нас передать для тебя сувенир. Здесь стихотворение Елены Васильевны Образцовой. И замечательная книга от академической капеллы Ольги Сергеевны. Ее дедушка знаменитый Шапошников. Знаменитый баритон Михайловского театра. Спасибо. Дипломант второй средней группы. Приглашается на сцену Абрамова Нина.
Алексеева Мария. Алексеева Мария. Белякова Таисия. Галямова Амиля. Гуляев Михаил. Данилян Даниэль. Ефименко Ульяна. Захаров Ян. Иванова Валерия. Ивашков Тихо. Каширская Полина. Киселев Александр. Кислица Сергей. Корабельникова Софья. Люляев Платон. Платон, поздравляю, молодец, молодец. Ляг Анна. Масленкина Милана. Редченко София. Розов Алексей. Самсонян Маргарита. Хачатурян Давид. Хевер Мендоза Леонардо. Четверякова Аглая. Ширяев Глеб. Глеб, пожалуйста, все смотрим на фотографа. Фотография для архива фонда Елены Образцовой культурного центра. Мы вас всех поздравляем. Спасибо, спасибо, вторая возрастная группа. Пожалуйста, опять занимайте свои места. И вновь для вас будет звучать музыкальный подарок, музыкальный обязательно. Итак, сейчас прозвучит Роман Солябьева «Зимняя дорога». И поет Клопотенко Ярослав, Нижний Тагил, партия фортепиано Валентина Майстер. Thank you.
довольна свет она. Возрастная группа. Дипломом награждаются участники третьей старшей группы. Андрулис Григорий. Асланян Давид. Баученкова Варвара. Богданова Таисия. Таисия, нам особенно приятно от дирекции конкурса. Мы тебя поздравляем с блестящим поступлением в музыкальное училище Мерибского поезда. Брагина Владимира, приглашаю на сцену. Вайс Ян. Малевская Юлия. Пасечник Дарья. Полтева Ксения. Райки
Ангелина Таисия. Сосункевич Владимир. Сазоненко Софья. Софью поздравляем и желаем успехов при поступлении в Белгородское музыкальное училище по классу фортепиано. Соколова Елизавета. Соколова Ярослава. Поздравляем вас всех, ребята! Вам успехов, больших-больших успехов! Поздравляем всех победителей третьей возрастной группы. Спасибо, дорогие! Ну вот и вновь наш прекрасный музыкальный номер. Сейчас прозвучит «Глинка попутная песня». Поет Розов Алексей, Москва, партия фортепиано «Любовь Венжи». Без труда разгула, не ожидания, нетерпения.
быстрее шепчу, воля, быстрее за чисто поле, мастерица, чисто поле, чисто поле. Переходим к вручению специальных премий и призов конкурса. Специальный приз культурного центра Елены Образцовой «Надежда» и директор центра Ирина Чернова и руководитель проектов центра Мария Медведь. Эти призы у нас не обозначены в положении в программе конкурса, но дирекция конкурса приняла мудрое решение, мы благодарны директору фонда и директору конкурса, что мы можем сейчас объявить. Мы назначили специальный приз «Надежда». Это у нас два маленьких ребятенка. Это Игнатенко Мария, Новосибирск, и Терещенко Сергей, Новосибирск, 9 лет. И Каширская Полина, которая приехала к нам из поселка село Конь-Колодец Липецкой области. Мы очень рады, что эти ребята приняли участие. Мы надеемся на вас. Полина. Встаем. Спасибо вам, родители, занимаетесь детьми и привозите детей на конкурс. Спасибо. И специальной премии культурного центра Елены Образцовой дебют Ирина Чернова и руководитель медико-фармацевтических проектов 21 века, один из учредителей культурного центра Елены Образцовой Дмитрий Чагин. Макеичева Ксения. Специальная премия культурного центра Елены Образцовой «Дебют». Нижний Тагил. Нижний Новгород. Специальная премия культурного центра. Есть еще денежная премия. Ксения, не забудь прийти в дирекцию и расписаться за получение денежной премии. Специальная премия благотворительного фонда Елены Образцовой за яркое начало в искусстве. Генеральный директор фонда Наталья Игнатенко и пиар-директор фонда Екатерина Шиколович. Малевская Юлия, Москва. Малевская Юлия, Москва. Юлия уже не в первый раз приезжает. Поздравляем. Специальная премия фонда Елены Образцовой лучшему тенору конкурса к 150-летию со дня рождения Леонида Витальевича Собинова. Да, к 150-летию Леонида Собинова мы учредили именно в этом конкурсе наградить с нашей точки зрения лучшего будущего, конечно, тенора. Пока его трудно назвать тенором, потому что это еще ребенок. И это Алексей Розов. Только что мы слушали в его исполнении попутную песню. Я должна сказать, что Алексей буквально совсем недавно, 2 месяца назад, принял участие в проекте фонда Елены Образцовой, посвященном юбилею великой русской певицы, подруги Елены Васильевны Образцовой, Маквалы Касрашвили. Мы ей посвятили «Тоску», концертное исполнение в «Заряде». И вот Леша пел уже в опере роль пастушка. Да,
официальная премия фонда Елены Образцовой за лучшее исполнение романса или песни к 120-летию со дня рождения Сергея Яковлевича Лебешева. Это тоже новая премия. В этом году учредили специально к юбилею Лемешева. И решили наградить ею Лагуткова Артема. Фото на память, конечно же. А, вот фотограф. Катя, где от этого? Фото есть, да? Прекрасно. Специальная премия и дипломы за лучшее исполнение вокального произведения на стихи Пушкина от Фонда развития Государственного русского музея «Друзья русского музея». Итак, вручает Мария Медведь, награждается Люляев Платон, Москва. Клопотенко Ярослав, Нижний Тагил. Специальный приз Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Участие в юбилейном 22-м фестивале «Москва встречает друзей» вручает руководитель представительства фонда Владимира Спивакова Нуна Яновская. Дорогие друзья, позвольте мне зачитать приветствие, которое я получила только что буквально в адрес вашего замечательного нашего конкурса. Дорогие мои друзья и уважаемые коллеги, я сердечно рад приветствовать вас в этот замечательный день. Как известно, единственная новость, которая всегда нова, это талант. Так возникают наши горизонты, так утверждается линия жизни, так стремительно приближается будущее. Но талант – это всегда еще воспитание души, если угодно, экология души. И чтобы сделать мир, окружающий нас, светлым и радостным, наше будущее нужно строить сегодня, потому что завтрашний день рождается сейчас. Огромное спасибо всем, кто дает возможность детям творить, радовать нас, вас и дарить нам праздник музыки и надежды, праздник, носящий имя нашей великой Елены Образцовой. Ваш Владимир Спиваков. Мы очень долго и плодотворно сотрудничаем с замечательным культурным центром. Вам дарю. Только хочу назвать фамилии детей, да? Вот пользуюсь, что Наталья Михайловна здесь, я хочу вручить ей благодарность от Владимира Теодоровича Спивакова за верное служение благородным идеалам искусства. Уважаемая Ирина Алексеевна и культурный центр Елены Васильевны Образцовой, мы очень давно и плодотворно сотрудничаем. Ириночка Алексеевна, дорогая, можно вас на минутку? Пожалуйста, во-первых, всех ребят пригласить для участия в благотворительных программах Международного фонда Владимира Спивакова, который работает по всей России и за рубежом. Низкий вам поклон, дорогие родители, преподаватели, детки, приходите к нам петь, творить, дышать и любить. Но на юбилейный фестиваль, который пройдет в мае 23-го года, я с большим удовольствием хотела бы пригласить следующих ребят. Штеба Семен, Ефименкова Ульяна и Мухаммеджанова Аделина. До встречи! Ребята, поднимитесь на сцену, сфотографируйтесь с Ноной Яновской. Ульяна!
Тут еще по секрету у нас такой маленький секрет, вот такой золотой человечек. Это наш дружный круг, которым сейчас приветствует наша дорогая Наталья Михайловна. С ума сойти. Спасибо все, большое. Все фотографируемся вместе. Идите сюда. Наталья Михайловна какая. Да. Специальный приз от Поморской филармонии. Участие в концерте «Дети детям» в рамках Международного музыкального фестиваля «Приношение Елене Образцовой» награждаются от Поморской филармонии Таисия Богданова «Выборг» и Софья Сазоненко «Белгород». Участвовать с этими девочками будет Дарья Дурынина, как прародительница и родоначальница этого детского проекта «Дети детям» Архангельская Поморская филармония. Так, специальный приз и диплом за яркую индивидуальность от фонда «Серж Меценат Монголия». Вайс Ян, Новосибирск, и Полина Полтева, Ксения, вручает Мария Медведь. Благодарим за эти призы Бояр Бадмаа. Специальный приз – участие в концерте в Парке науки и искусства «Сириус» от художественного руководителя образовательного центра «Сириус» фонда «Талант и успех» Йофихама Прая. Награждается Сосункевич Владимир, Республика Беларусь, вручает Наталья Игнатенко. Ханс Йоахим Фрай был членом международного жюри, он сегодня просто не может присутствовать лично и попросил вручить этот приз меня, этот диплом, приглашение выступить в Сочи, в «Сириусе». Поздравляю. Специальный приз – участие в концерте «Prodigy Kids». «Дети вундеркинды» от Московского музыкального театра «Геликон опера» под руководством Дмитрия Бергмана. Киселев Александр Серпухов вручает Екатерина Сушакалович. Специальная премия «Чистый голос» и диплом от компании «Буарон» Франция-Россия. Награждаются Розов Алексей, Москва, Дурынина, Дарья Архангельская. Вручает Ирина Чернова. Представители компании «Буарон» считают, что денежная премия «Диплом «Чистый голос» одна из самых главных и ответственных на детском конкурсе. И мы очень рады, что они позволили вот наградить этих ребят. По их мнению, дети обладают чистыми, красивыми голосами. И наш музыкальный номер — Дарья Дурынина. Архангельс, Шуберт, Гребхен за прялкой. Партия фортепиано — Мария Чернова.
Специальным призом лауреата международного конкурса юных вокалистов Николая Землянских награждается Аверьянов Артем Красногорск. Вручает Екатерина Шикалович. Народного музыкального фестиваля «Белгород Мюзик Фест» награждается Штепа Семен Белгород. Натали Натенко, девчонки. С 26 по 28 августа этого года в городе Белгород пройдет очередной фестиваль «Белгород Фест». И вот Семен станет участником оперного бала, который будет как раз делать, в котором будут участвовать лауреаты международных конкурсов, вокальных конкурсов Елены Образцовой. Специальный приз участия в гала-концерте музыкального фестиваля «Во имя жизни», посвященного творчеству композитору Александры Пахмутовой, награждается Познухов Тимур, Москва, и Кауфман Михаил, Химки. Скоробродов Виктор, Сургут. Вручает художественный руководитель фестиваля Алексей Пугачев. Ребята приглашаются для участия в фестивале, где художественный руководитель Алексей, Алексей Пугачев, в город Краснодар. Это будут гастроли у ребят. Дорогие друзья, разрешите от лица экспертного совета по культуре молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации поприветствовать уважаемых членов жюри, организаторов, преподавателей, участников и концертмейстеров 9-го международного конкурса юных вокалистов Елены Васильевны Образцовой. Важно отметить, что лауреаты и победители этого действительно широкомасштабного события выходят на сцены ведущих театров нашей страны и представляют российскую вокальную отечественную школу во многих странах мира. Спасибо за талант, спасибо преподавателям за то благородное дело, которое вы делаете в воспитании подрастающего поколения. И как говорила Елена Васильевна Образцова, жизнь, жить и творить без искусства просто невозможно. Живите, творите, наслаждайтесь тем, что вы делаете во благо российской отечественной культуры. Спасибо.
Специальный приз от культурного центра «Живой звук» Республика Казахстан. Награждается Гомзин Сергей Дубна, вручает Мария Медведь. Благодарим за поддержку культурный центр в Казахстане и руководителя Анархан Азарбай. Приветствие от художественного руководителя и президента Международного фонда «Музыкальный Олимп». Награждается Дурынина Дарья с участием в концерте Международного фестиваля «Музыкальный Олимп» в сезоне 23-го года. Ответственное у тебя будет задание, потому что ты должна практически отделение готовить на этом фестивале. Такое правило у художественного руководителя. Занимайся. Специальные призы «Лучшее исполнение детской песни советских и российских композиторов» от санкт-петербургской компании спортивной одежды «Red Fox» награждается Мирзаев Михаил, Новосибирск, Халезина Александра, Челябинск, Скоробродов Виктор, Сургут, вручает Дмитрий Чагин. Предлагаю посмотреть, что тут спонсоры предложили подарить. Спортивные рюкзачки. Уже уехал ребенок. Памятные подарки от Ассоциации общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Большая Медведица» вручает председатель Ассоциации Александр Зимин. Уважаемые друзья, дорогие лауреаты, конкурсанты, дипломанты, участники конкурсов, я вас поздравляю с прекрасным праздником, который прошел, который сегодня продлевается. Поздравляю. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо организаторам, конечно, Ирине Черновой и, конечно, Наталье Михайловне, которая очень приятно видеть в нашем, в вашем городе. Вы очень много здесь учились, работали, поэтому я думаю, что это ваш родной город. Приезжайте к нам почаще. Я имею честь поздравить лауреатов. Аверьянов Артем. Можно, да? Диплом «Серебряный голос» фестиваля награждается Архипова Валерия и получает «Серебряного медведя» от «Большой медведицы». Серебряного голоса Райкина Таисия, Санкт-Петербург.
Также серебряный голос фестиваля Галямова Амиля, Московская область. У нас компьютер выдал почему-то две грамоты Амиле, поэтому и одна будет такая, а вторая повесить на дачу. И приз «Образ» Петренко Лука, Санкт-Петербург. Ершова Василиса, Московская область. И Давыдов Филипп, город Краснодар. Итак, памятные подарки. Условия для фотографирования. Фотографировались все? Аверьянов Артем, Московская область. Васин Артем, Кемерово. Кондратьева Ангела, Москва. Лисицына Антонина, Москва. Мнацаканян Сонна, Московская область. Панченко Богдан, Новосибирск. Персианова Дарина, Санкт-Петербург. Русакова Варвара, Челябинск. Семёхина Екатерина, Москва. Селенков Семён, Санкт-Петербург. Халезина Александра, Челябинск. Шевцов Никита, Подольск. Юксел Тимур, Коломна. Абрамова Нина, Санкт-Петербург. Белякова Таисия, Ульяновск. Памятные подарки от Ассоциации общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большая медведица. Спасибо. И вновь у нас музыкальный номер. Михаил Кауфман, город Химки, исполнит Каньо «Влюбленный солдат», партия фортепиано Александр Дворянов. Thank you.
дистанционное участие. Представляет Ирина Чернова. Ну, дорогие участники дистанционного конкурсного прослушивания, вы все в нетерпении. И мы хотим в первую очередь поблагодарить членов жюри дистанционного конкурсного прослушивания. Это Валентина Михайловна Щербинина, заслуженная артистка Москва. Это Наталья Евгеньевна Суханова, Санкт-Петербург. Это Лариса Алексеевна Курдюмова, народная артистка России, Москва. Дистанционное прослушивание было подано около 40 заявок, допущено 23 участника. И очень внимательно и бережно отнеслись к участникам наши члены жюри. И позвольте огласить наши результаты. Дипломами награждаются Фаевцов Алексей, Рудь Елизавета, Кузнецов Ефим, Горбунова Анастасия, Шакирова Анастасия, Кузнецов Алексей, Ефименко Мария, Бушуев Александр, Мустафина Акжибек, Зайцева Анна, Дьяконов Дьяченков Александр, Давыдова Софья. Это наши дипломанты. Мы сочли возможным ребят наградить, потому что понятно, что вы сами понимаете, насколько ценится участие в очном конкурсном прослушивании. Но, тем не менее, мы решили поддержать, поощрить наших ребят. Все дипломы и буклеты конкурса будут высланы Почтой России. Пожалуйста, внимательно, я хочу напомнить нашим участникам, прислать все полные почтовые адреса, отслеживайте потом номер почтовой квитанции и будете получать свои дипломы и буклеты. Диплом лауреата третьей степени Шульга Елена, Кузьмин Александр, Зуева Нина, Сафонова Амалия, Австралия, Цикоева Мария, Блошкина Мария, Республика Беларусь. Она уже у нас становится лауреатом второй степени. Затворницкая Мария, Республика Казахстан, лауреат второй степени. Гасанова Хава, лауреат второй степени. Тормина София, Челябинск, лауреат второй степени. И у нас три победителя в дистанционном прослушивании. Мы очень ждем Макогоненко Арсения, мы хотим услышать его очно. Но мы сочли возможным наградить его, и он у нас стал победителем в дистанционном прослушивании. Макогоненко Арсений, Красноярск. Присич Ирина, Сочи. Вот это наши лауреаты. Мы вас поздравляем, ребята. И все будет выслано в течение месяца. Не торопитесь, не волнуйтесь. Все, всем будет отправлено. Главное, успейте получить свои почтовые бандероли. А сейчас лауреаты конкурса молодежного жюри вручает Виталий Новиков. Познухов Тимур. Масленкина Милана. И Егорова Анастасия. Переходим к награждению лауреатов конкурса. Для вручения дипломов приглашаются члены жюри. Наталья Суханова, Наталья Игнатенко.
Душан Вилич. И Душан Вилич. Диплом и звание лауреата третьей степени первой возрастной группы 9-го международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой награждается Троицкая Николь Коломна. Дипломом и званием лауреата третьей премии третьей возрастной группы 9-го международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой награждается Токманов Кирилл, Токмаков Кирилл, Железногорск и Толтунов Марк, Москва. Вот среди подарков здесь учебник, который называется «Творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой». Автор этого учебника – наш член жюри Лариса Курдюмова. Вообще у нас обычно премии не делятся, поэтому доски вот такие изготовлены в единственном экземпляре. И москвичи приедут в фонд, через несколько дней мы им довручим. Пока только вот в таком бумажном варианте получает он премию, а иногородним уж отдаем деревянные. Спасибо. Для вручения вторых премий приглашаются член жюри, народная артистка России Ольга Кондина и Наталья Игнатенко. Дипломом и званием лауреата второй премии первой возрастной группы 9-го международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой Каминский Никита, поселок Кузьмоловский. Дипломом и званием лауреата второй премии второй возрастной группы награждается Скоробродов Виктор, Москва. Мухаметжанова Аделина, Казахстан. Дипломом и званием лауреата второй премии третьей возрастной группы 9-го международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой награждается Рогожина Элеонора, Анапа. Истакания Софья, Москва.
Для вручения... Да, еще сфотографируется. Прекрасно. Красивая фото на память. Итак, а Ольга Дмитриевна скажет несколько слов. Народная артистка России. Ольга Кондина. Я хочу вас всех поблагодарить, вот всех, кто здесь присутствует, потому что, во-первых, я поздравляю лауреатов, тех победителей нашего конкурса, потому что они победители. Я поздравляю дипломантов, и я поздравляю всех участников, потому что, понимаете, вы должны помнить, что вы все равно самые лучшие. Каждый из вас неповторим как человек, неповторимый голос. И мы в жюри, я сама когда-то участвовала в конкурсах, и мне было страшно, я выходила на сцену, колени тряслись, и я думала, вот жюри, как они будут нас оценивать. Жюри, вот мы сидим, и что мы хотим? Мы хотим видеть ваши счастливые лица, мы хотим слышать ваши прекрасные голоса, мы хотим услышать таланты, мы вас любим. И каждый из вас прекрасен, вы все самые любимые, вы все самые прекрасные. Огромное спасибо родителям, которые поддерживают своих детей. Вы все самые чудесные, замечательные, восхитительные люди. Я вас всех благодарю, и педагогов, и дирекцию конкурса Наталью Михайловну, которая и Ирину Алексеевну, которые устроили этот праздник. Это просто праздник вот добра, счастья, счастливых глаз, радости для всех, для вас и, конечно, тоже для нас. И спасибо большое жюри, которое выслушало довольно большое количество участников, но мы слушали с огромной любовью и с огромным интересом. Я вам желаю счастья, продолжайте любить друг друга, родителей, педагогов, быть благодарными, любить музыку и быть счастливыми. Спасибо вам всем. Представьте себе, что Ольга Дмитриевна тоже педагог, и она убегает на спектакль своего ученика в Михайловский театр. Он сегодня там дебютирует? Нет, он в Мариинском. А, он солист Михайловского, да. Поет в Мариинском театре. Ей очень важно его услышать. Бориса Степанова, тенора. Да, спасибо. Услышать и поддержать. Спасибо, Ольга Дмитриевна, за такие слова. Вы знаете, вот тут в первом ряду сидят участники у нас первой возрастной группы, во втором ряду вторая и третья группа. Так первый ряд все время шуршит бумажками. Это настоящие музыканты. Они вскрыли все диски уже, читают буклетики. Вскрыли все коробки конфет, которые им подарили. Уже шуршат тут бесконечно, уже началось поедание этих конфеток. Я просто смотрю на них, это какое-то чудо. Ребятишки, вы такие чудесные. Ну что ж, для вручения первых премий приглашается член жюри, народная артистка России Лариса Курдюмова, первая ученица Елены Васильевны Образцовой и Наталья Игнатенко. Дипломом и званием лауреата первой премии первой возрастной группы 9-го международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой награждается Лагутков Артем Орел. Дипломом и званием лауреата первой премии второй возрастной группы награждается Кауфман Михаил Химки. Прекрасные чувства.
дипломом и званием лауреата первой премии третьей возрастной группы 9-го международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой награждается Егорова Анастасия, Санкт-Петербург. Все хотят сфотографироваться в том месте. Что-то вы хотите сказать? Нет? Тогда у нас будет музыкальный... Лариса Алексеевна хочет два слова сказать. Да, я думаю, да. Я хочу сказать о том, что у нас с вами, кто принимал участие в этом празднике, в этом торжестве и ликовании, и у тех, кто сидит сегодня и пришел порадоваться за своих и за других участников, и за всех, у нас с вами нет ни автоматов, ни танков. У нас оружие – музыка. Музыка в любви. И все, кто сегодня, вы видели, какие прямо вот от мала, можно сказать, до велика, принимали участие в этом торжестве, в этом конкурсе, они как малые ручейки, которые наполняют великую русскую культуру. Поздравляю всех нас. И музыкальный номер Егорова Анастасия, Россинникова Тина Нинетта из оперы «Сорока воровка». Партия фортепиано Ольга Михайлова. Thank you.
Анастасия Егорова. Спасибо. Ну что ж, а сейчас специальная премия конкурса «Приз зрительских симпатий» определена по результатам подсчета голосов на сайтах фонда Елены Образцовой и культурного центра Елены Образцовой. И Наталья Игнатенко вручает... Голосование началось вчера. Как никогда мы продлили срок голосования. Целые сутки голосовали на всех интернет-носителях, везде, где... транслируется конкурс, можно было отдать свой голос. Вы знаете, борьба была, мы видели эту борьбу, как голоса менялись лидеры голосования. И голосование завершилось с началом сегодняшней церемонии. И победителем, вообще этот приз зрительских симпатий, он считается самым главным на конкурсе. И по степени важности, потому он и вручается в финале. Итак, победителем, это приз публики, это вы голосовали, все наши зрители голосовали. И предпочтение было отдано большинством голосов Дарье Дурыниной. Ну что, все подарки розданы, уже вот тут поедаются активно подарки нашими участниками. Все призы вручены. Я по вашей реакции поняла, что первые премии соответствуют этому статусу. Встречали их очень тепло, и всех, кто сегодня принимал участие в концерте, это были потрясающие выступления. Я всех поздравляю, всех ребят, которые находятся в зале. Я попрошу публику потерпеть одну минутку, а ребят, участников конкурса, наших дипломантов и лауреатов, выйти во двор для фотографирования. Пожалуйста, не создавайте им препятствий. Публика, посидите минутку, а ребята, во двор выйдите, и мы все вместе с вами сфотографируемся. Вот молодцы, активно продвигаются. Давайте аплодисментами проводим наших участников дорогих. Поддержим ребят. И фотографы перемещаются во двор. А потом публика. Проходите, проходите активнее, а то сейчас задержитесь, девочки. Камеры, только не идите по краям лучше. Полный рост получили, да? Девочка, можно? Я спускаю.